шумные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с огромным опытом, на обстоятельства орёт в ответ шепотом. А припев? Какой там припев? А какой же припев? Так, какой припев? Припев... Кажется, вспомнила. Мы не одни такие, здесь сидим у берега. А вторая какая? Так, надо в блокноте посмотреть. Стоп, а где он? Наверное, в рюкзаке оставил. Стоп, а где рюкзак? А, он же там. Я что, блокнот потеряла? Потеряла блокнот. Капец. Там столько записей было. Мои стихи, песни, личные мысли. И сейчас это кто-то найдет, прочитает и будет смеяться. Весело. Я вчера такую игру закачал. Вот, смотри. А я тоже игру закачал, смотри. Шикарно. Смотри, какую фотку мне Рыжа скинул. Смотри, Настя. Мне Настенька такую фотку отправила. Так, ну что, куда пойдем? Рыжий, какие варианты? Вариантов на самом деле очень много. Их целых 6. Кино, кафе, кино, кафе, кино, кафе. Я вижу, Рыжий, ты подготовился. Молодец. Ну так что, Настя, куда пойдем? Домой. Тю, ну что это было? Рыжий, это опять ты что-то начудил? Или как? Слушай, что не произойдет сразу, Рыжий, да? Слушай, Рыжий, я ничего не знаю. Теперь иди ее и успокаивай. Вот пойду и успокою. Эй, Рыжий, извини. Настя, ну стой. Чего ты такая грустная? Все просто замечательно. Да что случилось? Вот, блин. О! Так, веточка. Какую взять? Настя, ну что произошло? Ничего. Ну расскажи. Настя, стой! Я вручаю тебе цветочек. Надеюсь, тебя это обрадует. Я так рада. Да чё с ней? Я не знаю, но нужно что-то придумать. О, слушай, это ключ от класса? Я не буду спрашивать, где ты его взял и что мы будем делать. Смотри, училки нету в классе, и можно повеселиться на славу. Блин, точно. Ладно, пошли, пойдем. Настя, стой! 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 Раз ты не хочешь кино, в кафе, мы пойдем в класс и круто повеселимся. У меня крутая идея! Ладно, шли в класс. Ой, как круто! Ну, Настя, успокойся. Алло, Ром. Привет, ты где? Да мы уже ушли оттуда, мы уже в классе. Приходи к нам. Некогда объяснять, приходи быстрее.
круто. Выходной день, а мы в школе. Просто шикарно. Мы не сдаемся. Не сдаемся. По ходу работы предстоит много. Настя, мы сейчас будем тебя веселить. Блин, что же нарисовать? Слушай, Настенька, я сейчас Рому встречу и приду. Хорошо. Придумала. Прекрасно. Но кое-что нужно исправить. Милок. Теперь правильно. Да, тяжелый случай. Слушай, Настенька, Рома придумал идею, как развеселить Настю. Да, это будет круто. Настя, ты готова? Ясно. Ром, давай. Ой, как смешно. Ничего смешнее в жизни не видела. Ну чё, не прокатило? Ну что, как она? Все плохо. Тогда переходим к экстренным мерам. Итак, Настя по литературе 1, 12. Спасибо большое. Там у меня еще по английскому единица. Исправь. Слушай, а можно что-то сделать повеселее? Ну, раз ты такой умный, придумай. Уже придумал. Так, рыжий, становись. Чтоб удобно было. Стой, не двигайся. Так, Настенька, у тебя по информатике 1. Как так можно было? 10. Так, что там? Так, девочки, принимайте шедевр. Рыжий, ты такой красавчик. Да, я очень красивый и очень умный. Да, Рома? Да, Рыжий, кажется, теперь ты еще красивее. Девчонки, а давайте сделаем селфи с самым умным и самым красивым мальчиком в классе. Да, давайте. Настя, давай, пошли. Ладно, но я сделаю с вами селфи, только если вы от меня отстанете. Давай, давай. Рыжий, давай, улыбайся. Готово. Покажите, как я там круто получился. Ого! Давай теперь я тебя сфоткаю, Настеньку и Настю. Фотографируй. Давай. Так, ребята, улыбайтесь. Раз, два, три. Так, Рома, уходи. Настенька. Так, все. Настя, вставай. Все, остановись. Давай. Не, ну, ребят, взялись уже смешить. Смешите нормально.
вообще не смешно. Окей. Так, Рома, раздвигаем парты. Понял. О, круто, будем двигать парты. Походу, веселье продолжается. Может, дальше без меня? Минуточку. Минуточку, минуточку. Подождите. Новое школьное место. Привет. Бери мелок себе и мне. Подожди. Так, черти большие квадраты. Мы хоть до чего-то интересного начали додумываться. Да, наверное, было бы весело. Но у меня нет настроения. Настя, что случилось? Почему ты без настроения? Молчишь и ничего не рассказываешь. Давай хоть поиграем, веселее же будет. Я потеряла свой любимый блокнот. А знаете, сколько там всего было? А где потеряла? Где-то в парке, там, где мы встретились. Розовый, с сердечком, что ли? А ты откуда знаешь, что он розовый с сердечком? Блин, да я за него и забыл. Мой! Прям как у меня. Ладно, играем в классики. Так, на свой папа первый играет. Суева! 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 Люди, стойте! Мне звонят. Снежана Борисовна! Стойте, тихо. Алло? Хорошо, Снежана Борисовна. Да, да, до свидания. Нам капец. Так что она сказала? Она сказала, что все видела по камере. Сказала ломить класс и завтра в школу с родителями.